Дай. Я здесь. Игра «Ты где? Я здесь» не просто веселит, оздоровляет лучшие ЛФК. За 10 минут интенсивно тренируют тело и руки. 14-летнюю Лизу Соболеву они раньше слушались плохо. Упражнения с перекрестными касаниями нагружают оба полушария мозга. Даются девочке тяжело. Но за 2 года она успела и их полюбить. Ипотерапия – мощный инструмент в борьбе с разными недугами. Родные Лизы успели это оценить. Сначала ДЦП, потом не ДЦП, потом и синдром Ангельмана ставили. И, в общем, сошлись, что F70 – это умственная отсталость. Но все равно результат виден. В прошлом году даже учителя сделали выводы, что что-то мы такое волшебное выпили или съели, что ребенок стал разговаривать более сложными предложениями. Давай! Результат есть и у 16-летней Ани Анадал. Занятия в конном клубе «Солнечный ребенок» посещает 11 лет. Сумела закончить 9 классов, сдала экзамены на отлично, поступила в техникум на пекаря и просто стала большим фанатом верховой езды. Нашу первую лошадь звали Роза. Благодаря Розе Аня научилась ровно держать спинку. У нас был слабый мышечный тонус, и поэтому мы немножко сутулились и горбились. И, в общем, ножки не совсем ровные были. Стали заниматься с лошадьми, заметили значительный результат, что ребенок выправился немножко, стал как-то больше говорить. Больше говорить получается у всех. Воспитанники клуба общаются друг с другом и лошадьми. Учатся понимать животных. Техники ипотерапии работники клуба вписали в проект «Лошади ради здоровья». Он выиграл региональный грант 200 тысяч рублей. Благодаря этому психолог и ипотерапевт проведут 10 бесплатных занятий для 15 благовещенских ребят. Но жители региона на них попадут тоже. 5 детей из районов. То есть мы предусмотрели такую возможность, что если родители, которые проживают в отдаленных местах от города Благовещенска, как правило, там нет конных клубов, или если они есть, то там не занимаются ипотерапией, это уж точно. И вот мы предусмотрели возможность хотя бы 5 детям пройти такой краткий курс в течение недели, очень интенсивно, занятия ипотерапии. Записаться на эффективные занятия еще можно. Телефон клуба 38 84 03.